Здравствуйте, уважаемые зрители моего видеоканала. Сегодня 16 сентября 2022 год. У нас днем 19, ночью по прогнозу 9. В некоторых районах Белгородской области уже были заморозки, павлония, листья подмерзли. Но в нашем районе пока все нормально. Павлония продолжает расти. Достигла 1,90 м. Листья больше 50 размеров. Вот такое состояние павлонии в Белгородской области. Ну, на первый год я считаю, что неплохие достижения. Конечно, могло быть лучше, если бы качество корней было хорошее. И технологическая карта была. А так, учимся. Проверяем, смотрим. Я, в принципе, относительно доволен. За исключением земельного участка, который у меня 15 гектар забрали, а выделить не выделили. Поэтому мою программу на 2022 год очень сильно местные власти не помогли, а навредили. Спасибо за внимание.